Сейчас опять. Where are you? Ну, давай, возьми трубку. Hello? Извините. Вообще-то... Холодно. Холодно, так холодно. Кем бы ты ни был. Я не боюсь тебя. Ты слышишь меня? Ты меня не напугаешь. Ну, вообще-то напугало немножко так. Вот так вот. Ове, вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, и мы вновь пользуемся нашим восприятием. Perception. Побежали дальше, смотреть, что здесь будет интересного такого. Как-то она очень быстро перескакивает. Что это вообще такое? А, это радио. Даже не радио, это типа домашнего кинотеатра что-то. Давай, расскажи мне что-нибудь. Что же она такое нарисовала там? Что можно было там нарисовать? Ну, давай. Ну-ну, бойся, бойся. Так все-таки Фелиция превратилась во что-то такое, чем в конце концов он не смог совладать. Или он ее убил? Так, что мне не нравится, что эти мотыльки летают. А куда идти? Туда. Ну, сейчас посмотрим, что здесь. Еще какая-то запись. Ну, давай. Место для Фрэнка? Ну-ну. Что-то как-то оно тут... Ни... Ничего не понятно. Ну, может привлечь врагов. Аркад? Да. А, автомат. Привлечет врагов, как думаете? На сам... Ни хрена себе. Мы привлекли кого-то или нет? На самом деле неплохо было бы кого-то привлечь, чтобы хоть понять, чего бояться. Так, что ты дергаешься? Это даже не я. Это все она. Она все сама. А, это батарея. Хотя какая может быть здесь батарея? Зачем? Ну и нафиг. О! Может быть, бильярд сбацаем? Нам нужно идти наверх. Вроде бы. Так, я вернулся в эту комнату с домашним кинотеатром, да? Мне нужно наверх. Это мы уже слушали. Была рогатая кукла или мне показалось? Явно она. Что-то валяется на полу, блин. Что это такое? Лягушка, да? Что за каратило? А, это... Это типа пленка это, да? Прикольно. Возьми. Ладно, ладно. Это из книжки, которую я любила в детстве. «Принцесса и лягушка». Мама говорила, что всегда находила меня у цветущих прудов и болот, где я искала своего будущего мужа. Но дело было не в мальчиках. Я влюбилась в природу.
и тех духов, которые нас с ней связывают. Если камень или трава может установить священную связь, почему у животного не может быть прекрасной души? Почему не может? Может. Я бы ослепила для тебя обалденную лягушку, да? Ну-ну. Почему не может быть? Все может быть. Это один и тот же медведь, он нас преследует. О, голоса. Нам туда. Как раз. Прячешься? Ну, Outlast напоминает. Давай, полазим. Но здесь абсолютно не так страшно, как в Outlast. О! Какая козырная ванная комната. Прелесть какая. Пошли дальше. О! Зачем я беру этих кукол маленьких? Какой из них смысл? И как она эхолокацией видит здесь, извините, дырки в коробках? Она что, все там ощупала тростью? И тут так тихо порой становится. Это пугает. Что? Что? Под кровать нужно было спрятаться или что? А ну-ка закрой. Оно вот в наушниках было ощущение, что оно прям вот здесь вот стоит. Я прибежал к нему в логово. Но нет. Под кровать я что-то не спрятался, не знаю почему. Это пульт, что ли? На самом деле, телевизор старый, поэтому непонятно, что здесь пульт. Вот это отвертка или вот это херня? Не, я знаю такие телевизоры, которые и отверткой, и плоскогубцами нормально переключаются. Ага. Так что? О, прячемся, прячемся, прячемся! Ладно. Ложная тревога. Надо нормально так пошуметь, чтобы ее убило хоть раз. Так, там какая-то херня. Давай прочтем, я тебе говорю. Так. Дошумелся? Нет? Ну. Ну правильно, правильно. Если не помогут его непонятные вообще смеси, от которых явно крыша набекрень, то естественно тогда гипноз. Самое оно будет. Так, куда нам? А, нам вот туда. Как раз. Ну давай. Непривычно, когда не видишь ничего дальше 3 метра вообще. Криптонит? Сначала от этого может треснуть малахит? Он должен защищать меня и ребенка. Как может камень в серебряной оправе просто взять и расколоться? Так это малахит? Мы сейчас придем... Так! К королеве каменной горы мы сейчас придем или что? Я ее, очевидно, я привлекаю ее внимание, но... Но как знать? Так, ключ! Я знаю, как растить своего ребенка. Дай мне чертов ключ от детской. Где он? Мне больше не нужны таблетки. И мне не нужно, чтобы ты следил за каждым моим шагом. Ты не заметил? Я их уже много дней не принимала. В принципе, учитывая его невероятные вот эти вот смеси, то
Правильно сделала, что не принимала. Нам туда? Сейчас, секундочку. Кукла. Ты пришла поиграть? Oh, hell no. Черт возьми, нет. Дай ей с ноги. Ну, дай ей с ноги. А, сучка. Бьется головой? Нет. Блин. И где? Чего бояться? Я боюсь просто не знаю чего. Спрятаться в ванной? Ну, спрятался. Она такая маленькая? Странно. Надо хоть, чтобы разок съела, а тогда уже будем знать, что прятаться-то. Так, давайте, нахрапчиком побежали. Надо вызвать немножко хоррора на себя. Принимаю огонь на себя, давай. Бегу, бегу, бегу. А как? Спуститься. Где-то здесь, вот. Ну давай, съешь меня уже, съешь. Ничего он не съест, можно бегать спокойно, да? Или я сейчас доиграю? Это один из... Каменный пол. Один из немногих случаев, когда хочется доиграться. Чтобы понять, чего бояться-то вообще. Интересно, он какой-то гранитный, что ли? О! Таблеточки. Я храню их. Потому что в какой-то момент нам надо об этом поговорить. И я что-то как-то не понимаю. Я тоже. Это Ричард или дом? Опа! Не знаю, как он это делает. Я не знаю, как он это делает. Я не знаю. Ну, красиво, да. Как делает что? Ах, вот оно что! Ты его... Я не принимал ничего из-за того, что он мне прописал. Я все еще вижу его. Я все еще вижу. Это я ее убил? Давай-ка посмотрим все холсты. А что, этот не ощупал? Что тут со стенами? Я тоже это чувствую. Что... Так, кажется, тут Нео только что был. О, мастерская. Очевидно, мастерская, но почему я не могу ощупать все холсты, чтобы увидеть, что на них есть? На этом непонятно. То ли какой-то силуэт в плаще и с крыльями на лестнице, или просто в плаще. Прятаться за вот этой драной херней? Серьезно, от чего ты тут прячешься? Я не понимаю. От собственной паранойи? Так, кисточки можно взять? Нельзя? Можно. А это мы не ощупывали, тут какие-то окна. Или хер знает. Изучите окружающую обстановку, чтобы найти следующую цель. Изучим. Мы сейчас все изучим. Мне надо что-то пощупать еще. Да? Или нет? Дзынь. Впервые шестое чувство не помогает. К дереву, наверное, надо будет идти. И как в истории с этим, с кентервильским привидением, старый орех зацветет. А, здесь разобрали завал. Хорошо, побежали. Бетти? Почему я все еще вижу его? Кого? Ох, напрописывал мне и навыписывал всякого говна. О, комната из пленки. Ну, здорово. Дали. Здрасте. Где ты? Привет, Серж. Что у тебя? Где ты? Хорошо. Я в каком-то странном, не знаю, может, здесь была детская. Давай, где ты? Пленки с пузырями.
Подожди секундочку, разве ты сейчас не должен быть на... Вот черт, вот черт, вот черт, вот черт, вот черт. Сейчас опять. Where are you? Ну давай, возьми трубку. Hello? Извините. Вообще-то... Холодно. Холодно, так холодно. Кем бы ты ни был. Я не боюсь тебя. Ты слышишь меня? Ты меня не напугаешь. Ну, вообще-то напугало немножко так. Возьми себя в руки, Кэсси. Найди место, где можно спрятаться. Давай спрячемся здесь. Здесь можно спрятаться? Больше негде спрятаться. Что это за вообще такие хреновины какие-то, наросты? О! Какие-то оболочки от личинки. Боже мой, боже мой, боже мой! Кем бы ты ни был, я не боюсь тебя. Слышишь меня? Тебе меня не напугать. И что? Она ушла? Я не понимаю, такое ощущение, что та психическая... Кажется, все гораздо чище. Та психическая ищет эту. Они обе слепые, как будто. И та, которая принимала таблетки, ищет вот эту нашу герлу. А наша герла тоже слепая, не понимает, как та выглядит. И прячется от нее. Ну, в общем, ну как-то... Куда нам? Ну, естественно. Опять. Туда. Мы тут уже, кажется, были. Малышка мерзнет? Ты должна согреть ее? Если ребенок мерзнет, ему нужно согреться. Его нужно согреть. Этот, конечно, обдолбанный голос. Ау, не то слово. Нет, 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 только не пожар, только не здесь. Нет, 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 только не ребенок. Ну что вы думаете, я не пройду здесь? А, да, я здесь не пройду. Мне нужен огнетушитель. Я сейчас найду. Он в кухне где-то был. Блин, далеко. Сюда. Интересно, мы на время или нет? Так, подождите, это я все слушал или нет? Да, доза первая, мы это слышали. Огнетушитель, найдись. Он недалеко, уже недалеко. Тут кухня поблизости. Он там где-то висел на этом самом. На чем-то, на столе. Или около стола. Давай, 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 давай. Во. Я же думаю. Я на него еще тогда обратил внимание. Все, побежали. Вибрирует телефон. Прекрати морочить мне голову. Какого тебе... Когда я тебе морочил? Серж, это действительно ты? Воплоти. Звучит так, как будто пожар. Пожалуйста, не... Нет, ну надо же, теперь она повесила. Ну ладно, пофигу. Где там этот пожар был? Вон там. Хорошо, бегу, уже бегу, все. Давай, гаси. Ну? Не получилось? Еще один нужен? Ага, мы... Не дотушил. Ну, извините. Все? Нормально. Ага, теперь надо бежать. Надо бежать безостановочно. Надо бежать, бежать, бежать. Здесь все сгорело. Здесь все выгорело. Посмотри. Сплошная гарь. Зачем мы прибежали сюда? А? Оно за мной идет уже, да? Чавкает. Опа.
Состояние пациентки улучшается, она приняла переход и больше не... Минуточку, что это? Я должно быть, у меня... Мне нужно больше спать. Здрасте. Что? Кто это? Кто это? Кто там? Что-то горит? Да, ты горишь. Нет, нет, нет. Нет. Это все, всегда этим заканчивается? Чертов дом? Она заставила Фелицию сжечь свою семью заживо? Почему он так мучает этих несчастных людей? Я думала, я должна все исправить. Остановить это. Что я вообще здесь делаю? Тот же вопрос. Я не понимаю. У меня тот же вопрос. Что ты здесь делаешь? Я не должна быть здесь. И это все неправильно. Мне надо выбираться отсюда срочно. Ну, наконец-то до тебя дошло. Побежали. Мы попытаемся выбраться, но... Гарантий никаких. Так, подождите, куда это я? Это я вообще... Поворот не туда. И сюда. А здесь? Блин, это дверь. То далеко, то близко. Такое вообще... О, фонарик. А зачем он мне? Да, действительно. Все, никаких больше... Я такая неуклюжая из-за беременности. Каждый раз, когда я пытаюсь прогуляться по улице, я что-нибудь подворачиваю. Жду не дождусь, когда вернусь в равновесие. Физически и духовно. Фонарик, фонарик, фонаричек. Че, первый раз не заметил, или я здесь не был? О, нет. Не выпустят так просто. Что тебе от меня нужно? Помогите, блин. Ну что, возвращаемся или надо рубить эту хрень? На-на-на-на-на. О, взять. Я тоже тебя не слышу. Не без таблеток. Я готова присоединиться к тебе теперь, когда у меня никого не осталось. Дай мне знак, что ты еще здесь. Стук, шаг, граммофонная запись. Хоть что-нибудь. Мне нужно сделать следующий шаг, но я боюсь. Пожалуйста, покажись. Твоя сестра страдает. Фелиция. Ну, все, можно отпускать. Это не предвещает ничего хорошего. Прощай, Ричард. О, черт. Веревка, я должна вернуться туда как можно быстрее. Хорошо. Блин, мы здесь лазим туда-сюда. Понимаешь? Просто туда-сюда. А Суску мы уже смотрели. Так, подожди. Прощай, прощай. Держись, Фелиция, я иду. Ну как тебе сказать, иду? Я не иду определенно, я должен что-то найти. Найти путь к этой веревке для начала. Вроде как, более-менее. Нашел. О! Тренажерка. В тренажерке мы не были. А ну-ка. Восстановление практики изматывающее, особенно с учетом того, в каком отдаленном отдалении мы живем. Но потом меня озарило. Телефонные консультации. Пациенты раньше обращались ко мне по телефону. Так почему бы не развивать эту идею? Не сомневаюсь, некоторые мои бывшие коллеги, но они возражают и против... В общем, короче, он будет сексом по телефону заниматься. Точнее, психоанализом по телефону. Одно и то же. Одно и то же. Так. Ага. Уже близко. И сюда. Куколка. Я продолжаю находить этих кукол в самых странных местах по всему дому. Последнюю я выкинула в море с утеса, потом у меня кружилась голова, когда я ее трогала. И вот она. Та же самая, с распоротым глазом. Снова под нашей кроватью. И она немного мокрая. Она немного описалась. Бывает.
Когда выпотрашивают глаза, то, естественно, я все ворочаюсь. А, да, нет, подожди. Это мы читали. Ворочаюсь и ворочаюсь. Так, где тут-то? Вот здесь. Веревка буквально вот здесь. Вот, бери. Прощай, Ричард. Прощай, моя славная малышка. Я иду в гости к подруге. А, понятно. Фелиция, почему? Что случилось? Ты не виновата, ты ни в чем не виновата. Почему ты это делаешь? Какой во всем этом смысл? Куда мы попали? Я не могу не взмахнуть. О, дерево! Давай, засветешь, старый орех? Где я? Где ты? Здесь ты. Часы какие-то? Почему? Возьми медальон. Медальончик. На рынке я посмотрела, как прытки. Там была. Вечная благодарность твоим целительным перстам. Представьте себе мое удивление, когда я клеткой из города, и он был без всей палки. Сука, титры немножко. Не будем говорить, как сделаны. Кто это? И о ком она говорила? Титры, блин, ну вот, ну надо же. Зачем делать, сука, 50-го шрифта, блин, титры? Но, блин, в одну строчку. Глава вторая. Билет. Сколько здесь у нас будет глав? О, все нормально. Теперь мы, значит, ищем билет, да? Не открывается. Мы находимся явно в какой-то кухне. Столовой. Это место ощущается по-другому. Это тоже дом, но. Нет, это невозможно. Алло? Кэс, я нужен тебе сейчас. Прошу тебя. Опять 25? Нужен? Нуждаться в ком-то не слабость, Кэсси. Для тебя, может быть, и нет. Нужда – это что-то первобытное. Когда тебе что-то нужно, ты не контролируешь ситуацию. Ты в отчаянии. И сейчас я отчаянно нуждаюсь в том, чтобы... Я этого не стыжусь. Я... Вот дерьмо. Какого черта? Прости, малыш, связь прервалась. Поговорим позже. Сообщение отправлено. Она с ним так разговаривала только что, а тут на тебе, малыш. Бэйб. Понимаешь? О! Сейчас что-то будет. Музычка кукольная пошла. Нет, секунду. Стрелочки нас ведут, но подожди. Салфетница. Не открывается. Туда же. Ладно, вниз так вниз, хорошо. Что мы там возьмем? Теперь мы на карнавале. Да что творится с этим чертовым местом? Я не знаю, но карнавал-то весело. Уронить. Не вздумай потратить последние 5 цветов и еще не один. Береги силы для своей поэзии, Шекспир. Я выбираю медведя. А, медведя, давай тебя. В большого или в маленьких? Я вот сейчас не знаю. Или в бутылке? Ну давай попробуем. Все, гол. Дайте мне медведя. Прямо на мячике написал? Что он написал на мячике? Я должна быть добрее к нему. Джим, проснись и пой, солдат. Твоя птичка Бетти. Колбаски и печенье. В общем, действительно, ни хрена не понятно, что здесь еще происходит. Бежали дальше. Вперед, только вперед. Стоп. Я чую. Газ? Завтрак? О! Дай порылу, дай. Нет. Нет, нет. А это что за капитан?
А флаг? Флаг тоже ничего. Что-то услышим здесь? Внятное. Нет. Вот это было неожиданно. О боже, что... Что за... Джин. Ты едва прикоснулся к тарелке, любовь моя. Давай же, возьми еще. Твоему организму нужны жизненные силы, чтобы сопротивляться. Видит ли она его? Не знаю, но Джим определенно хочет есть. Теперь, милый, не волнуйся. Ни один уважающий солдат не должен найти дрянные казенные пистолеты. Пластиковые рукоятки? Фе. Я согласен только с нарифленое ореховое дерево. Ладно, я поняла. В прошлый раз мне надо было просто выйти, что выяснить, что случилось с Фелиц. На этот раз мне нужно найти пистолет. Это просто. Правда? Ну так найди. Джимми, ты давай, доедай, короче, да? Ты левша, однозначно. Смотри. Ну, хлебай давай. Не буду тебе мешать. Просто найти пистолет. Просто. Gotta find the source of that. Найти источник звуков? Азбука Морзе. О! О! Ящичек! А, спрятаться мне. Не хочу. Заперто. Какой шикарный камин, а? А почему он, собственно, не сквозной? Странно, обычно сквозными делают такие камины. Ладно, ладно, давай. Наверх, да? Ну, наверх как наверх. Я просто обязан найти этот револьвер. Да хорошо, хорошо, я же бегу. Так, секунду, а что тут такое вообще у нас? О, на чердак, да? Мне нужно пробраться на этот чердак, но, видимо, мне придется... Ага, что-нибудь, чем-нибудь подтянуть. О, да, я пытаюсь находить себе занятие, дорогой. Ты бы видел, какие аккуратные у меня и теперь... Как коротко... Но мне нужно больше. Я из тех, кто довольствуется малым. Ты же знаешь. Не из тех. Короче... Сейчас найдем. Чего-нибудь сейчас найдем. Это закрыто. Здесь все везде закрыто. Ладно, давайте в эти двери попробуем. Это кладовка какая-то, да? Нет. Секунду. Где я? Не знаю. В замке. Модепас. Модепас. О, мне жаль. Английский? Англейс. Очень красноречивый, Кэс. Может, Делфи может помочь? Так как она была? Модепассе. Пароль. Так это я так понял. Пора поиграть в Шерлок Холмса, Кэс. Давай, давай. Нет, будем играть в Шерлок Холмса вслепую. Ну давай. Опа! Моя дорогая Бетти, когда я была ребенком, мне тоже было немного не по себе из-за всего этого быстрого текста. Он всегда был скрипучим, угрюмым и очень быстро пропадающим. Никакие голоса со мной не разговаривали, и видения мне не являлись. Призраков я встречал только здесь, на другой... на другом континенте, но хотя... Твой любящий муж Джин. Не надо его перезапускать. Покинь его нафиг. Ох, ради всего святого. Где это волына? Где волына? Закрыто. Конечно, закрыто. Конечно, закрыто. Что-то мы ничего не можем найти. Мы куда-то идем за пистолетом. Потом оказывается, что мы не можем его взять без ключа. Мы куда-то идем наверх. Потом оказывается, что я не могу зацепить ту дверь. Лестницу. Наверх. Хорошо, пошли, пошли, окей. Все, иду. Я уже иду. Я, блин, иду уже. Не?
А как же? А как же? Модепас, мать его. Слышь? Пас моде. Модепас? Не? Мультипаспорт? Не канает? В этой вселенной он не канает. Так. Блин, ну я отсюда приперся. Здесь же явно ничего нету. Идем, 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 идем. И приходим туда же. Здесь закрыто же. Ага. Соединение с пользователем из сообщества. Здравствуй, Кэсси, рад познакомиться. Я Ник. Я только начинаю использовать это приложение. В любом случае, рад помочь. Жду, пока появится изображение. А, отлично, вижу. Похоже на сейф. О, да, есть небольшая защелка. Сбоку ее легко не заметить. Откроется при переворачивании. Я теперь буду в вашем списке контактов. Хорошо. Тюй, ты сама не могла додуматься? Тебе нужен для этого мужик? Че она взлетела? Куда она вообще полетела? Тут пусто вообще. Она же, по идее, должна была обладать суперчувствительными пальцами, которые все обнаружат. Теперь она учится на медсестру? Мало ли, может, ей так нравится. Может, она просто себя бинтует, у нее хобби такое. Вырубайте гимны нахрен, марши эти. О, дайте мне почитать ту записочку. Нельзя? Вовсе не записочка. Так. Цвет мой зеркальце, а ну-ка скажи. До дверьки закрой. Кто здесь сидит, а? Я знаю, что здесь кто-то сидит, я слышу тебя. Выключай свой тетрис или что там у тебя. Веселого повара нахрен вырубай. Сфотографировал себя в зеркале. Соединение с пользователями сообщества. Приветствую. Снова. Друзья попросили посмотреть за кошкой, так что я буду... Так, как раз вижу картинку. Фу. Кто-то написал слово «дрём» снова на этом. Похоже, это написано губной помадой. Странно. По крайней мере, я надеюсь, что это губная помада. Мне нужно чаще выходить из дома. Дай мне знать, если я еще чем-нибудь помочь могу. А, ну все, значит, мы знаем пароль теперь. Я знаю пароль, да? Теперь ты можешь это прочитать. Хорошо, давай. Что ж, папочка, надеюсь, твой старый друг сможет меня выручить. Ну же, полковник Роджер Дель Рей, я на вас рассчитываю. Ха-ха, дорогая мисс Джин Мартин, я отлично помню вашего отца. И я навеки в долгу перед ним за его многочисленные жертвы во имя свободы. Он был честным человеком, так что простите меня, но я прямо скажу. Узнай он, что я отправил его любимую крошку на службу, он перевернется в горбу. Что? Отец был мной гордился? Что ж, начинаем все сначала. Что мы начинаем сначала, а? Давай, Бетти, задаем. Любишь ты резко развернуться? Это не может быть хорошо. О! Воздушная тревога. Ну все. Приседаем. Я знаю, что все это не на самом деле. Не может быть. Дом предупреждает. Он говорит мне, что именно я должна тебя спасти. Побежали, побежали. Эти твари... Что за твари? Фриц, мерзавцы. Тебе там не место. Там должна быть я. Когда я найду волыну, я отправлюсь туда. И мне за все и заплатят они. Фелиция была паранойя насчет ребенка. Дом вызывает у Бетти паранойя о том, что происходит с Джином в Европе. То
Точно, женщины-пилоты. Эх, я представляю себе в кабине самолета себя. Благодарим вас за интерес. В женской службе пилотов, к сожалению, мы принимаем только женщин, получивших образование до начала войны или что? Получивших. Что-то получивших до начала войны. Не получивших по щам до начала войны. Так сказать, свеженьких. Еще зеленых. Сюда нельзя, все. Зона боевые действия закончилась. А здесь можно? Нет. Ну, возвращаемся. Подождите. В смысле я его не взял? Как это? А где, как, что, куда, зачем? Что это такое? Да что это такое вообще? Спички? Ну просканируй, хорошо. Delphi, text to speech. Delphi, Chantal. Maybe this would work at the door. Может быть это... Так это пароль, ну хорошо. Может быть. Шанталь, болталь. Шанталь, Шанталечка. Побежали. Давай. Так. Открывай. Во. Опять. Заткнись, пожалуйста. Угу. Сейчас найдем. Можно только спрятаться. В общем, это госпиталь, этот госпиталь, этот мне госпиталь. Идем отсюда во нафиг. Где ты? Кто я? Кто ты вообще? Что-то как-то стрёмно. Ага. Ага, все, доигрался, да? Доигрался, называется. Давай спрячемся здесь. Нельзя? Оно, короче, идет. Ладно, мы спрячемся здесь. Поможет? Ждем. Ни хрена не видно, мы ждем. Пол красный. Пол уже малиновый. Светлеет пол. Он уходит, что ли? Да, он ушел. Ну да. Что-то как-то не страшно. Ну то есть, стрёмно, но не страшно. Ну. Так, давай, Шанталь. Болталь. Шанталь, мать твою. Так бы сразу, что ты, в самом деле. Какую из этих дверей мне вообще идти? Только в ту, которая открывается, да? Какой-то будуар. Сейчас выключу граммофон и начнется жесть, да? Нет. Открыть двери? А ну открой. Так. Чего? А. Ты жив? Нет? Откачай его. А, ну понятно. Бетти, я понимаю, так что не злюсь, не отказывайся от того, что тебе нужно. Прости, что я не нашла револьвер, но я тебе предам, даже не сомневайся, я приеду, ты только подожди. Только и всего, да? Понятно. В общем, это публичный дом. Я бегаю туда-сюда, туда-сюда. Сколько можно? Опять сюда надо? Да, опять сюда. Дева Мария, ехать с зайцем? Так нелепо. Я знаю, отец всегда говорил, что...
Я знаю. Отец всегда говорил, грузовые трюмы только толком не досматривают. И я... Да. Хорошо, я обещаю. Нет, тебе нужно сюда приезжать. Нет, не нужно сюда приезжать вообще. Вали нахер. Но с тех пор, как я нашла отцовский револьвер, я... С тех пор ты застрелилась, да? С тех пор ты пустила пулю себе в лоб. Какого черта вообще? Какого хрена, действительно? И мы прошли куда-то. О, на передовую. Здесь у нас уже начинаются окопы, да, и, в общем, ежи, и колючая проволока. Вот, вот то самое место, где можно посмотреть глаза смерти. Нет, где можно прервать эту серию до следующего раза. Если вам ничего не было понятно из первой части, то из этой вы еще больше только запутаетесь, как, собственно, и я. Ну, кое-что мельком, но на самом деле все сошли с ума, и дом вообще больной на голову. Что-то такое жесткое здесь происходит. Мы обязательно разберемся. Здесь еще и вода? Болото, что ли? Ну, в общем, Первая мировая. Приблизительно, где-то там. На сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим видео с друзьями, если вам понравилось. И... Ба-бай!